Успеем. Ну что я тебе начала говорить, тебя это не волнует. Четыре комнаты. Туалета нету. Зал. Непонятно. Там, наверное. Ну, есть где-то сверху, если посмотреть. Миллион – это за домокомплект? Ну, посмотрите. Ну, если я так понимаю, без отделки. Нет, отделка будет имитация бруса, вот как на втором этаже. То есть и снутри, и снаружи. И в любую стоимость, то есть если которая указана на брошюрке, будет сходить полностью дом для постоянного проживания. То есть это либо каркас, либо профилированный брус. Ну, там две цены, да? В каркасе будет утепление 150 мм стены по всему периметру, плюс пол, межэтажное, чердачное будет все полностью утеплено. Окна, двери, двери межкомнатные, входные, крыша металлические, пинцеты тоже уже все будет входить в стоимость. Не входит фундамент на выбор, либо свайный, либо ленточный, и не входит штукатурка. Ну, то есть штукатурка, конечно, будет там присоска, там же имитация бруса, что внутри, что снаружи. А внутри утеплитель какой? Базальт 2 ватт. А толщина стен? Ну, вообще идет 215 в чистоте, а так 150 мм утепления. 150. И внешняя, снаружняя, и внутри отделка, да? Ну, внешняя, внутренняя отделка. Даже, да, если стандартно ставить. Если со штукатуркой, то это плюс 30 тысяч будет как-то стоимость. Ну, штукатурка это в каркаснике, наверное, она не актуальна. Так. Ну, брусовые. Да, каркасные ставим, либо брусовые. А вот дом. Так, ладно, хорошо. Спасибо.
А технология какая? Каркас? Клееный брус. Клееный брус. Ага. Так. А утепление вот на потолке? Утепление только крыши, перекрытия. Ага. Ну а какое там используется? Минеральная вата? Минвата используется? Что? Минеральная вата? Да. Базальтовая вата. И вот сколько вот такой дом? 2 400 000 с такой отделкой. 2,5 миллиона. Это со сборкой, да, уже? Да, да. Клееный брус, да? А комплекты, домокомплекты продаете? Ну, под... Отдельно, конечно, да. Продаем. То есть также распильные загружаются в машину, привозятся, выгружаются. Да, и по чертежам. Мы проектируем под вас. Ну, все проекты, да, индивидуальные. Да, да. Угу. Так. Угу. Так это получается. Угу. А в принципе, вот, да, интересно. Вариант что? В том, вот для нас интересный вариант, ну, там на южную часть должна выходить. То есть если вот эту вот, ну, веранда, да, там, не знаю, вот так она получается. Вам этот проект понравился? А он понравился тем, что его можно использовать, ну, переделать, естественно, я имею в виду. Использовать в том плане, что поселок с видом на воду, там, я понимаю. Положение. То есть вот кухня, то есть если вот так вот отзеркалить, ну, получается вот эту кухню туда перенести, получится кухня, здесь зал, соответственно, там вход будет, и сверху второй этаж, который вот тот вот как он есть, да, ничего не изменится, в котором также, то есть получится полуторноэтажное здание. Высотой она сколько получается, там 3,36, да, в высокой точке, да, ну, там плюс, не знаю, 7, да, пускай. И с нижней точки он будет в высоту 2 метра, 2,5 метра, в принципе. Уклон, это длина, ширина, этот. Ну, ладно, хорошо, подумаю. А, сайт где? Вот это? Древоград? Да. Угу. Так. Вот это, да? Древоград.ру. А производство, распиловка здесь, где-то в Москве, Подмосковье? В Москве, в воскресенье. Ага. Хорошо. Так, ладно, спасибо. А здесь вот сейчас отопление это электрическое сделано, да? Ну, теплый полы, вы же снимали. Теплые полы, мы снимали. Ну, а вот сейчас конвекторы здесь. И, или уже, ну, тут теплые полы лежат? Ну вот, вы снимали фотографии, это теплые полы здесь. Которые сделаны здесь. Ага. Фотография была сделана здесь. А-а-а. Я и не понял. А, здорово, это хорошо. Ну, это технология, собственно, ладно. Ага. Ну, хорошо.
А проектирование вот сколько стоит, интересно? Допустим, мы рисуем примерно план, да, который бы хотели получить. Площадь сколько? А там будут разные домики, площадью тоже пока думаем. Ну, начиная от 30, самый маленький, да, и там до 200. И получается там, ну, скажем, 9. Да, ну, хорошо, ладно. Семейного вопроса. Рассматриваем разные технологии. Я так понял, что цены не сильно разные. Два раза отличаются по сравнению с чем? Время от массива. Ну, от массива, да. Я имею в виду каркасник. Там в любом случае большая часть... Каркасом я не занимаюсь. Я понимаю. Я имею в виду стоимость каркасников, стоимость клееного бруса. Она, конечно, отличается, но там все равно вот этот человеческий фактор там, ну и технология. В общем, в итоге получается не сильно большая разница. Так, само проектирование сколько стоит, если мы рисуем, допустим, в плане, как хотели бы видеть, да? Вот сколько нам обойдется само проектирование? То есть, понятно, потом цена будет зависеть от... А, прайс-лист есть? Ну, у нас брошюра был, в принципе. Мы что-то не захотели брать. Так, стоп. Так, 250 акций, рабочая документация. Да, когда заказываете комплект, стоимость проекта вам возвращается. Ну да. Вот, и стоимость цинометрии количества чашки. Так. Там. Получается чертежи, и дальше как конструктор можно собирать, можно с помощью бригады вашей, да, с помощью своей также. Да. Угу. Очень хорошо. Так, ладно. Так, 250 проектирования. Хорошо. Так, ладно, я листочки все равно не буду брать. Да, он это. Не, я не буду брать, потому что мне все равно делать никто. Ладно, спасибо. Есть 50 проектов.